Спасибо, друзья. Я еще позволю себе спеть одну песню, она новая. В этом мне помогут уникальные люди. Саша Иванов и Сергей Улитов. Извините, что мы будем по тексту, потому что ну, она новая, как бы. И очень много слов тоже. Я по-другому не могу. Ну, поехали, попробуем. Садись, слушай рифмы ураганные. Не кай дурок мои слова и в мой рассказ, что такое Целина, старушка Целина. Мой друг, ты ведь не знаешь о ней почти ничего. Целина — это сотни-сотни друзей, не виртуальных, а реальных людей. Когда каждого знаешь в лицо и по имени, и с каждым днем они незаменимы. Когда друзей считают не по лайкам ВКонтакте, а потому, кто готов пахать, как трактор. Когда можно пить, танцевать и дурачиться, ценятся друзья не количеством, а качеством. Целина, когда у мальчика слёпы, руки выросли прямо из попы. Но за два месяца на целине руки поднялись заметно выше по спине. Когда строишь дом своими руками и видишь, как он обрастает леса. Знаешь, хоть потоп, хоть Армагеддон, но у тебя будет собственный дом. Расчехляй перепонки барабаны, садись и слушай рифмы ураганные. Вникай, дружок, в мои слова и в мой рассказ, что такое стройотряд. Красавчик, стройотряд, мой друг, ты ведь не знаешь о нем почти ничего. Стройотряд совершает обряд превращения уродов в нормальных ребят. И после работы нас не тронь, мы песни поем и смотрим в огонь. Кто-то думал у костра о доме родном, кто-то думал о том, во сколько завтра подъем. Но больше всех становилось тепло тем, кто думал о любимой, что сейчас далеко. Целина дала нам любимый, да. Девчонок единственных и неповторимых. И непонятно вам, Соловонам, как же мы встречались-то без телефонов. И карманы были пустые, и телефоны были проводные. Но с любимой разговоры были длиннее. Любовь по проводам, видимо, сильнее. Расчехляй перепонки барабанные, садись и слушай рифмы ураганные. Вникай, дружок, мои слова и мой рассказ, что такое знаменька, подружка знаменька. Мой друг, ты ведь не знаешь о ней почти ничего. На этой поляне инопланетяне высадились сразу, стали земляне. По этой реке, словно в кошмаре, Ной вывозил каждой твари по паре. Эту скалу ради прикола сняли в сериале «Игра престолов». Но песни, что поют, с этой сцены на лондонской бирже повышаются цены. Днем и ночью межпозвоночье ходят песни теплым лезвием ежедневно подреберно. Ходят песни, чтоб согреться у тебя под сердцем. Расчехлил ты перепонки барабанные, сел и послушал рифмы ураганные. Надеюсь, вник мои слова и в мой рассказ, что такое Целина, стройотряд, знаменька. Еще узнаешь о них ты много чего. Иванов, Улитов, и всегда ваш Сергей Гершов.